Водительское удостоверение теперь можно получить в МФЦ. Эта услуга во всех городских и районных центрах предоставляется зауральцам уже с 1 февраля текущего года. Причем существенно то, что она здесь доступна только тем гражданам, которые испытывают необходимость замены удостоверений национального или международного образцов в случае утери или истечения их срока действия. Первичное же получение прав на вождение автомобиля осуществляется только в МВД. МФЦ отвечает за предоставление данной услуги совместно с ОМВД Курганской области. Сотрудники многофункционального центра информируют заявителей, затем ведут прием и выдачу документов, но все-таки решение выносит управление Министерства внутренних дел по поводу того, будет выдано водительское удостоверение, либо же будет отказ. 9 февраля в Шадринском отделении МФЦ был зарегистрирован первый заявитель на замену удостоверения. Кроме заявления, которое здесь заполняется на специальном бланке, от гражданина потребовался паспорт, квитанция об оплате госпошлины, медицинская справка, фотография и старое водительское удостоверение, если оно есть. Новое удостоверение клиенту МФЦ дадут в 5-м окне не раньше и не позже 10 суток со дня принятия заявления. В том случае, если у заявителя возникла необходимость получить документы срочно, то, обратившись непосредственно в МВД, документы получают они в день обращения. За выдачу водительского удостоверения национального образца гражданин обязан заплатить в МФЦ госпошлину в размере 2000 рублей. За выдачу такового документа международного образца – 1600 рублей. Сэкономить 30% госпошлины возможно в том случае, если заявление граждане будут подавать через электронный сервис госуслуг. В любом случае, предоставление возможности замены водительских прав в МФЦ, как поясняет начальник Шадринского отделения, позволяет снизить нагрузку на отделение автоинспекции ОМВД и предоставить гражданам более комфортные условия. Думаю, что именно введя услугу в многофункциональных центрах, заинтересованы будут те люди, которые не спеша хотят поменять свое водительское удостоверение. В комфортных условиях, находясь вблизи дома, подойти, сдать документы и получить.